Поздравляю вас с победой в этом конкурсе. Очень приятно, что у нас есть такие ответственные потребители. Победой вас! Большое вам спасибо. За своевременно оплаченные счета – бытовая техника в подарок. Компания «Уралэнергосбыт» снова поощряет добросовестных клиентов. Для Елены выигрыш стал полной неожиданностью. Почти год назад челябинка зарегистрировалась в личном кабинете «Уралэнергосбыта». А когда из-за пандемии посещать общественные места стало небезопасно, она прикрепила к сервису лицевой счет своей мамы. Именно этот номер и стал одним из трех победителей розыгрыша. И я очень переживаю за старших членов семьи, за свою маму. И действительно, подключение к личному кабинету – это очень удобная функция, которая позволяет передавать показания за других членов семьи, за старших родственников. Тем самым можно обезопасить их здоровье, их жизнь. Теперь южноуральцы могут не переживать за пожилых родственников, которые привыкли оплачивать квитанции, стоя в очередях. Позаботиться о близких можно с помощью современных технологий. Для этого нужно зайти на сайт «Уралэнергосбыта», открыть личный кабинет, найти окно «Добавить абонента» и прикрепить лицевой счет. Для того, чтобы дополнить своих родственников, необходимо знать номер лицевого счета, либо дату последнего платежа или номер прибора учета. В личном кабинете можно не только оплачивать счета онлайн. Чтобы проверить правильность начислений, тоже не нужно приходить в офис или звонить на горячую линию. Акт сверки доступен нажатием одной кнопки. Личный кабинет «Уралэнергосбыт» по своей сути это мини-офис нашей компании. Каждый потребитель, который в нем зарегистрировался, может с легкостью передать показания, получить электронную квитанцию, оплатить потребленную электрическую энергию. Мы можем присоединить в личный кабинет лицевые счета наших родителей. Это как раз люди, которые наиболее подвержены воздействию заболеваний. К Новому году «Уралэнергосбыт» готовит для южноуральцев новый розыгрыш ценных подарков. Чтобы стать одним из счастливчиков, нужно зарегистрироваться в личном кабинете, вовремя оплачивать квитанции и передавать показания. С более подробными условиями можно познакомиться на сайте уралсбыт.ру. Наталья Петрухина, Павел Чащин, 31 канал.